Добрый день! С вами Олег Акакьянти и канал «Реальная снасть». Сегодня я хочу представить фильм, которым рассказывается о путешествии на север, а точнее в Лавозерские тундры. Это недалеко от Мурманска, это порядка 250, наверное, 300 километров от Мурманска в сторону Белого моря, через поселок Лавозерский. Изначально поездка планировалась как рыболовное путешествие. По факту это получилось сверхэкстремальное путешествие с элементами рыбалки. Что там было сверхэкстремального? Мы прошли за первый день 150 километров за 11 часов. Потом мы ставили палатки на льду под диким ветром. Потом мы спали в холодных палатках. Были нюансы в проживании, были нюансы в отоплении, но не было нюансов в рыбалке. Поймали все, кто хотел поймать, кто был усидчивый и кто подобрал правильную снасть. Сразу могу сказать, что домой мы привезли хороших трофеев и привезли их такое количество, что у нас по багажу вышел перевес, нам пришлось доплачивать в аэропорту. Фильм состоит из двух коротких частей, 15-20 минут. В конце этого фильма я покажу снасти, на которые я ловил, и в комментариях задавайте вопросы, я буду объяснять, на что ловил, как это все происходило, все, что вас заинтересует. Итак, поехали! После того, как мы получили вещи, мы отвезли их в гостиницу, а сами отправились погулять по городу, докупить все необходимое для нашей поездки. В оставшееся время мы поднялись к памятнику, который ласково называют Алеша. Он воздвигнут в честь защитников Заполярья, из горы, на которой он расположен, открывается прекрасный вид на город. А этот черный снег весь в угольной пыли, который разлетается от города и поднимается даже сюда. Могу только представить, какое количество пыли внизу в городе, и ведь жители этим дышат. Ну, а мы полюбовались городом и в номер, собирать вещи в дорогу. А вот теперь собираемся. Уже непосредственно в поездку. Что мы здесь имеем? Мы имеем два чемодана, забитые полностью. Куртка за немножко вещей. Под сигар золотой. Вон там еще вещи. Еще вот сумка с вещами. Еще рюкзак, который я не знаю где. И все это нужно будет уместить в два вот таких вот небольших мешочка. Да, да. Чтобы потом все это отвезти с собой. Да. Ну, приступаем. Да. Мы практически собрались. Осталось немножко. Собираемся, едем. Не хвоста? Это начало нашего путешествия. Выглядит это вот так. Вся эта экспедиция, это все мы. Часть загружается. Глушим либо таким образом, либо таким образом. Глушим в следующих случаях. Снегоход нужно остановить, вам показали команду стоп, вот таким вот образом, раз, тогда.
Там еще это маленькая, нет? Русская смекалка. Прошли? 125, может быть, даже 120, потому что я там вначале покрутился. Ну, 120 осталось. 10, да? Больше. Ну что, 70? Километров 25, может быть, даже 30. 8 часов дороги. И вот, по прошествии 11 часов дороги, почти 150 километров пути, мы прибыли в точку назначения. Уже практически стемнело, и мы занялись тем, что начали устанавливать лагерь. Пока установили, стемнело окончательно, и мы все уставшие любовались северным сиянием, которое природа решила нам показать, видимо, в подарок за нашу дорогу. Все, увидимся в следующей серии.